Накрывая новогодний стол, кыргызстанцы готовы отказаться от куриного мяса или индюшек, чтобы не гневить символ следующего года – огненного петуха. Сделать это, конечно, будет не так просто, поскольку другой птичий продукт – яйца – есть во многих салатах. Но, к счастью, для суеверных людей праздничное меню можно составить из других блюд. Много, вкусно и красиво. Новогодний стол – атрибут любой семьи, которая с таким желанием ждет главный праздник в году. Понятное дело, меню – это отдельная история, каждый раз она выглядит по-новому. И хотя многие кыргызстанцы готовят традиционные или национальные блюда, все же есть люди, которые внимательно следят за советами астрологов и составляют новогодний рацион по совету магов. Так как я живу одна, я хочу рыбки пожарить. Сказали, что мясо и птицу вроде бы в этот день не надо, а рыбки с удовольствием пожарю. Зеркальный карп – рыба не из дорогих. На рынке можно купить и другие виды обитателей местных озер и рек. Сазан, судак, толстолобик. Цена на эту рыбу вполне приемлема для кыргызстанцев со средним и даже ниже доходом. Но если вдруг вы решили, что новогодний стол должен отличаться морскими изысками, то за это гастрономическое удовольствие придется заплатить гораздо больше денег. Причем размах фантазии зависит исключительно от размера кошелька. Самая дорогая у нас семга. Стоит она 1300-1400 сомов, тогда как в прошлом году продавали ее за 1000 сомов. Белая рыба стоит на месте, скумбрия немного подорожала. Также подорожала наша иссык-кульская форель. Купить ее можно за 600-700 сомов. А вот привозная, океанская рыба стоит дешевле нашей форели. Впрочем, мясо хоть и важный, но далеко не главный атрибут новогоднего стола. Фрукты, сладости, напитки – все это приятные дополнения, которые и составляют атмосферу праздника. И хотя покупка продуктов – приятные хлопоты, все же на это нужны деньги. И как показали социологические опросы, кыргызстанцы готовы потратить на новогодний стол для семьи из 4 человек в среднем 5000 сомов. Это 25 тысяч тенге. По сравнению с другими праздниками, Новый год отличается тем, что стол в этот день должен быть особенным. Во многом из-за того, что новогодние торжества, начинаясь 31 декабря, плавно перетекает в 1 января. И чем богаче стол сегодня, тем обильнее хлебосольный он будет завтра, но уже в новом наступившем году. Бакы Чермашева, специально для Хабар 24, Бишкек, Кыргызстан.